университетской клинике Казанского федерального университета началась вакцинация против вируса гриппа. Вакцина «Совигрипп» поступила 3 сентября. В нашу организацию пришло 20 500 вакцин «Совигриппа». Мы должны привить 45% от нашего прикрепленного населения. И из этого прикрепленного населения, которое должно провакцинироваться, мы еще особо выделяем группу риска. Эти люди составляют 75%. В группу риска входят пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями. Основной мерой профилактики от заболеваний гриппа является вакцина. Необходимо вакцинироваться до начала эпидемиологического периода. Этот период начинается в конце октября. После того, как человек вакцинировался, у него начинает вырабатываться иммунитет. Это занимает от 7 до 14 дней. То есть в этот период времени ему нужно ограничить контакт с людьми, которые болеют. То есть не посещать общественные места. Вот вирус гриппа, он достаточно быстро разносится по контингентам, по людям. Поэтому единственной надежной мерой профилактики от гриппа является вакцинация. Привиться могут люди старше 18 лет. Сделать это можно в поликлинике. Для этого необходимо будет взять направление у терапевта и пройти доврачебный осмотр. После прививки пациенту выдается справка о том, что он уже провакцинирован от гриппа. Здравствуйте. От университетской клиники также работает мобильный пункт, где каждый желающий сможет сделать себе прививку от гриппа. Перед тем, как вакцинироваться, врачи проверяют давление, меряют температуру, смотрят горло для того, чтобы пациент был полностью здоров. И только после этого начинается процедура вакцинации. Человек становится невосприимчивым к заболеванию гриппа не сразу после прививки. На выработку иммунитета потребуется некоторое время. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.